Доброе утро, друзья! Меня зовут Лиза Евсеева. Сегодня я расскажу последние детские вести. Главная сегодняшняя весть – это мы наконец-то пошли в школу. Правда, начался этот учебный год странно. Теперь мы не в самоизоляции, а в классоизоляции. И так в каждой школе Ульяновска. А как учатся другие дети в других городах? Смотрим в нашем опросе. Не прошло и полгода, и мы снова за партами. Мы не носим маски, не ходим в перчатках. И об особом режиме напоминает только то, что мы весь день учимся, не выходя из одного класса. Что изменилось в этом учебном году? С таким вопросом мы обратились к ребятам из других городов России. Из-за коронавируса нам в школу прикрепили новые правила. Теперь мы учимся только в определенном одном кабинете, в 402-м. Мы не можем выходить из своего кабинета, и к нам в гости тоже никто не заходит. Теперь у нас отменили торжественную линейку. Еще везде у нас по школе теперь стоит антисептик. И часто в наш класс заходит доктор и проверяет у всех температуру. В этом году мы будем учиться совершенно по-другому. Нас ждут плавающие перемены. Это когда каждый класс выходит из своего кабинета на 5 минут в разное время для того, чтобы он проветрился. И еще мы будем ходить каждый класс в свое время в столовую на 15 минут, чтобы мы не встречались в коридорах. Когда мы заходим в школу, нас время меряют температуру, чтобы заболевших в школу не пустить, чтобы они не заразили других. Линейки проводились только для первых и одиннадцатых классов, чтобы было меньше пересечений между детьми. Еще, вместо того, чтобы приходить в 8:30, мы приходили в 9:30, чтобы классы не пересекались между собой. Вместо того, чтобы ходить по классам на разные предметы, учителя, наоборот, ходят в наш кабинет и там проводят все уроки. Никаких изменений в школе я не увидела, только мы ходим в другом входе и нам меряют температуру. Неделю назад в Ульяновске открыли все кафе и рестораны. Взрослые, конечно же, захотели в них поужинать. Какие лучше выбрать кафе и ресторан, чтобы в них поужинать? Смотрите в нашем обзоре. Тот, кто думает, что в ресторан любят ходить только взрослые, ошибается. На самом деле детям тоже очень нравятся рестораны. Очень вкусно и необычно. Правда, не в каждый ресторан можно пойти всей семьей. Во-первых, не везде есть детское меню. Мы решили провести собственное исследование и побывали более чем в 20 кафе и ресторанах на улице Гончарова и Дворцовой. Детское меню нам смогли предложить только в Харуки, бургерные лавки, полдни, хинкальные лавки и антресоли. Ресторанная и кафе-кухня заверили нас, что они придерживаются принципов здорового питания. Любое их блюдо подойдет для юных гостей. В остальных ресторанах детям придется выбирать себе еду из взрослого меню. То, что вы любите, выбирайте те блюда, которые вы уже знаете, которые у вас будут вызывать аппетит. Но, естественно, не нужно выбирать что-то сильно жареное на мангале. Не люблю, когда детки кушают еду, жареную во фритюре, потому что это тяжелая еда, и на детские желудки она будет очень плохо влиять. Еще один важный пункт. Развлечения для детей. К сожалению, ни в одном из кафе на центральных улицах нет детской комнаты или даже уголка. Мы задали вопрос в соцсетях, в каких кафешках детям не будет скучно. Нам посоветовали Рататуй в Кендяковке, Навруз 73 в центре, летний ресторан в Александровском парке и кафе Антресоль в Новом городе. Чтобы дети могли не просто прийти с родителями покушать, пообедать, но и провести свой день рождения, потому что есть детская игровая площадка. Мы
хотим разработать детский стол, чтобы дети могли покушать и кей-попсы, и различные маффины, и все остальное, чтобы им было это интересно, ярко, красиво, и чтобы это выглядело как праздник утра принцессы, а не просто семейный такой ужин. Еще два кафе, славившиеся своими детскими уголками, к сожалению, после самоизоляции закрылись. Это квартира 1881 и детская пиццерия «Папа Джонс». Но наверняка скоро на их месте будет что-то новое. А значит, ждите наш обзор еще через полгодика. А пока всем приятного аппетита! Очень вкусно! Хотя кажется, что все ограничения уже сняты, на самом деле на некоторые мероприятия до сих пор нельзя попасть. Хорошо, что есть детские вести. О самом необычном танцевальном конкурсе вам расскажет Ваня Шагунов. Погода классная, настроение тоже. Хочется потанцевать. Жалко, компании нету. Хотя, постойте, кто это там танцует? Вот это да! Такого я еще не видел. Тут у нас настоящий конкурс бальных танцев среди собак. Вот они отжигают. А называется это все кинологический чемпионат Ульяновской области по дисциплине фристайл. Сын в нем показывает свои таланты и умения. Главное, бесстрашно выходить на танцпол и точно выполнять команды хозяина. Порода танцоров совсем не важна. Вот, например, Джульетта Метис, но она настроена очень серьезно. Джульетта, вы собираетесь сегодня победить? Соперников у Джульетты целых 7. Среди них даже чемпионка России по фристайлу. Кандидат в мастера спорта овчарка Джейла. Участие в соревнованиях позволит собакам получить новый спортивный разряд. Но для этого нужно многое уметь. Эта собака занимается аджилити и фристайлом. Аджилити – это преодоление препятствий различных. Эта собака бежит трассу, прыгает барьеры, в туннели забегает, зоновые снаряды проходит. И фристайл – это выполнение цирковых трюков. Вот это красотка! Действительно, все шансы на победу. Ну а пока, Джульетта, разрешите пригласить вас на танец? Кажется, я нашел себе компанию. Пришло время нашей любимой рубрики «200 вопросов». Интересно, какой сегодня будет вопрос? Смотрим! Всем привет-привет! Меня зовут Семен Семенов. 200, ответь! Кто сильнее, кит или кашалот? Так вот четко сказать, что кашалот крупнее кита, сильнее кита, мы должны задать тогда вопрос, какого кита? Потому что их там довольно много видов разных китов. То есть однозначно мы на этот вопрос ответить не можем. Потому что есть киты, которые мельче кашалотов, есть кашалоты, которые мельче китов. Надо уже конкретно задавать вопрос, с каким именно китом мы сравниваем кашалот. Вот подошел к концу наш самый любимый выпуск. Было интересно. Смотрите, что у нас через 2 недели. Ну а я с вами прощаюсь. Пока-пока. Всем доброго утра. И меня зовут Диана, и я инструктор по погоде. У меня хорошие новости. Сегодня лето задерживается у нас. Жара в ближайшие дни будет до 25 градусов. Но самая сложная задача – это просидеть столько времени на уроках. Но потом можно гулять. Так, всем пока. Приятных вам выходных. Увидимся через 2 недели.